Выглядит блистательно все. Номер один. 1780. Но оригинальный, можно сказать. Оригинальный. 10 евро. Идем. Идем. И донде. Кокос, имбирь, ингвер или джинджа, апельсины, лимоны, минт. Парадный вход. Шоколаденплац называется. Мы показываем, где мы. Линд. Шоколады. Мы уже попали на шоколадную фабрику в Швейцарию, недалеко от Цюриха. Вот так вот он течет. Здесь сверху вниз. Берется аппарат, ставится на свой язык, подносится, и все. И мы можем слушать то, что они говорят на нашем языке. Ворота, мы заходим. Шоколадные ворота, точно не знаем, что там происходит. А, здесь билеты. Ворота закрываются. Какао. Фрукт, из которого как раз шоколад добывается. Майо и чинчипе. Испанцы приехали не только с хорошими мыслями, но и захотели завоевать. Здесь набирает шоколад. Набирает шоколад, накачивает. И вперед белый шоколад. Вкусный. Да, вкусный. Попробовали белый, попробовали коричневый. И сейчас самый темный шоколад пробуем. Можно брать постоянно чистый. Накачиваем темный шоколад и заправляемся. Бесплатно все это в цену билета входит. 15 евро билет для взрослых, для маленьких. Бесплатно. Вкусно? Черный больше всего. Белинисе понравилось, да? Лен? Бегут шоколадки по... Бегут по... Лауфпант, я не знаю, по транспортеру. Вставляет руку, и оно сваливается. Я уже снизу достал. Она ждала, пока упадет. Вот. Плитки прессуются и ломаются на кусочки, чтобы выдать. Ты густо, фабрика?
собирается зеленый цвет, падает вниз, только на зеленый цвет. Салат добавлен кокос, имбирь, ингверь или джинджа, апельсины, лимоны, минт и цинк. Стоят различные сорта, машинки выдают эти сорта шоколада, и вот люди набирают бесплатно, надо идти с пакетиком, набирать в пакетик. Некоторые оставляют большие сумки, но маленькие сумки все взяли с собой. Перец внутри, мандель, миндаль, цинк, цинамон, газельнус, кафе. Мексиканцы ищут Мексику, да? От каждого сорта можно по конфетке брать один раз, но в очередь можно вставать больше 3-4 раз. Все равно никто не смотрит и не замечает. 15 евро стоит вход, и все входит, вся еда здесь шоколадная, входит в стоимость билета, да? Да. Руку можно засунуть туда полностью, но потом не сможешь высунуть, как обезьяна. Самый вкусный сорт еще подходит, вон они лежат. Росита тенер мучо росас шоколад. Вот я взял черный шоколад, попробуем, как он выглядит. На фоне этих всех картинок, конечно, наверное, сладко. Эти сорта как лотерею, но машинка уже не работала, и выдаются это вот такие вот из пакетика. Вот так вот. Нормальный шоколад хочешь? Отдел тут самых больших, да, шоколадах по-ручному, вручную поломанные. Смотри, здесь такие вещи ты не увидишь. И это все. Бестепаты, с днем рождения и счастья и так далее. И цены крутые, конечно, по 50 евро набор. Этого шоколада, вот они все здесь, рядышком. Вот они все здесь, шоколадные ряды. Интересный, хороший, 10 евро. Идем. Последние кадры с шоколадной фабрики. Мы уже на улице. Хотелось купаться, здесь написали, питанить петрета, не заходите в это озеро шоколада. Но пойдет энтрар, но дебоки энтрар аки. Но пермитир. Шоколадка стоит 5 евро. Кушали. И это входит в цену билета. Но еще и за 4 франка нужно заплатить. И все. Готово. Уезжаем. Парковка платная. И где горит зеленый цвет, там можно запарковаться. Вот как раз. Не, это короткая. Для маленьких машин зеленый. Есть, да, а для больших вон она с другой стороны, зеленый слева, мы можем запарковаться. Зеленый показывает, что здесь место свободное, 150-й, а красные все заняты на шоколадной фабрике. Вот рай. Си, con todos, и я. А, си, можно заполнить их всеми конфетками и заплатить одну цену, и такая будет стоить всего 4,50, или такую большую можно заполнить, и она будет стоить 8 евро. А наверху нам давали каждого сорта, мы брали по, ну не каждого, там всего сортов 8 было, каждого сорта по одной конфетке можно было брать, но пока не смотрели, все брали
по 3 или по 4, а может быть по 5. Немножко дороговато, здесь всего полкилограмма шоколада, но почему-то дорого, да? Муйкару очень дорого, 33 евро. Значит, Ангибота Верта, распродажная цена 30 стоит, но за 16 можно взять. 4 плитки, можно сказать, бесплатно. Вот заполняют такие freundliche Bedienung, das freut uns auch. Озеро Линд, будем его называть. Хотят камешки кушать. Мираки. Tranquilo, sim. Вот такое швейцарское озеро около фабрики, шоколадной фабрики Линд. Заряжаюсь энергией 300-летнего богатыря. Вот такое вот огромное оно, вот такое вот огромное. Все выходят, а там у нас речка через мост, питьевая вода, фонтан чистая, классная вода. Интересно, сливы, файги. Сколько грамм, сколько будет? Датель, все сушеное, все долго хранится. Печенюшки, большие печенюшки. Джемы, варенье и мед. Инопланетянин. Пахучий, да? Такая маленькая улочка швейцарская. Со старенькими домами. Шоколады тоже здесь есть. С фигурками всякие. Тебе нравится? А когда начнут? Кофе есть. Молодцы. Переулочки. Как во Франции, да? Да. Цена там стоит 1,780. Но шикарно, шикарно. Питьевая чистая. Все набирают. Рыцарь охраняет эту воду. Сережечки 1780. Но оригинальный, можно сказать. Шикарные маленькие дворики. Да, кстати, вот на 40 евро все, цена сброшена, хорошая обувь. Такой вот дворик интересный здесь, в центре Цюриха, да? Да. Нравится тебе здесь? Ты густо? Нравится. Нравится? Да. Здесь... Ты сможешь спрыгнуть? Как эта река называется? Está bonito, es un poco parecido al de Austria. Цены, да, цены ресторанские, меньше 20 ничего сильно нет, попить меньше 10 ничего нет, так что берите деньги и приезжайте. Центр Цюриха, замечательно. Ты густо? Das ist nicht.
Цюрих со своими маленькими улочками, флажками. Аппарат для резки сыра или же для хамона? Для ноги, свинячьей ноги. Значит, хамон. Хамон мессер. Мы опять попадаем в шоколадный рай. И он выглядит примерно вот так. ¿Viste cuánto cuesta? No. ¿Mucho? 16.80. Цена 100 грамм франка швейцарская. 100 грамм 16.80. Наслаждайтесь через экран. Хорошие украшения, да? Стоит уже хорошо 3.800. Вот эти сережки. Есть и ракушки, вот они цены, смотрите, франки, это еще швейцарские франки, это не евро даже, это швейцарские франки. Вот он, 22 тысячи. Вот он, цепелин, 22 тысячи. Цитрин, наверное, цитрин. Цитрин, цепелин, 22 тысячи, вот он сверкает, красавец. Валентино, здесь, в Цюрихе. No? Es que no me gusta esto. Не нравятся сумочки, не нравятся. La cadena que tienen no me gusta. Bueno. Pero esto es... Sin la cadena estaría bien. Con Valentino siempre así. Por eso no me he comprado otra. Como aquella, la azul o la blanca de abajo. Esta цепочка не пойдет. Потом идем к фонтанчику. Подходим к фонтанчику к этому. Вода питьевая. Если не стоит, что не питьевая, значит питьевая. Новый. Стоит новый кубинский. С таким протектором стоит трактор. Можно. Шикарная Анна называется. Витрина с Анной. Quería comprarme una diadema, pero mira. Что? Пойдет, они все такие. Bueno, mejor una de estas. Цены все sencilla, такие. Sencilla. А вот этот, смотри, вот это вот. Видно, что блестят, да? Да. 100%, что это бриллиант. Ванны. Цена даже не написана, можем только представить цену. Investigation. Выглядит блистательно все. Номер один. I want cash. Тут тоже скрипка страдиварная. И Донде. Донде. Сердонде. Все блестит. Это был ясен. Это был бы гарден. Это был бы гарден.
¿Qué es esto? Aretes, sí, esos. Хочешь такие? Цены, вот они, 48, 49, 41, 39, 55, 49, 8, 240 есть, Калюга, и так далее, 48, 50, 31, 41, и так далее. Центральный ресторанчик, Лип, центральный, вот прям в центре здесь, в Цюрихе. Заходим на одну из лестничных площадок, сюда наверх, туда мы не попадаем, проходим здесь, здесь поднимаемся, вот сидит, проходим, никому не мешаем, проходим дальше, попадаем на площадку другую, с такими дверями. И вот с таким выходом наверх. Вот мы наверху. Рабочий день, но он выходной здесь, понедельник. Такое вот движение в центре. За ней можно запарковаться. В центре Цюриха. И наша машина по нашей ориентации находится... А тут не гоняет. Там на номер один. Мазерати завелся. Но это не наш. В этот раз не наш Мазерати. Ке уна махина свена. Диме. Но Порш. Мазерати. Мазерати. Порш выходит.